группа Black Rose. Чистой любви. Детка! Thank you.
Следующая песня была о том, где бы мы не расстались, мы все равно встретимся потом там. Иди на запись. Thank you.
любви. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, расстаются, а потом встречаются и думают, какие мы дураки, что мы расстались там 20 лет назад. Да. Thank you.
Спасибо. Следующая песенка тоже о вечном. Thank you.
А не пора ли нам, друзья мои, обратиться к творчеству нашего, понимаете ли, Зизи, нашего топа? Шарп Трассет Мэн! Thank you.
Сейчас песня о лучшем летчике всех времен народов. Вахтанг Гигабидзе по прозвищу Мимино. Хочу быть летчиком.
сейчас как раз будет отдыхательная песня. Среди... Что нас запирают? Что случилось? Это нормально. Порталов нормально? Да. Среди необразованных и некультурных слоев населения бытует такое мнение, что рокеры, байкеры, художники, вся вот эта богема, которые бегают вокруг Мельпомены, они пьяницы. Это все неправильное мнение, поэтому оно вредно. По этому поводу песня «Беду в кабак, напьюся пепси-колы». Thank you.
Не повезло! Спасибо! Это охуенно! Здесь охуенно, Мадонна! Кто там сказал? Не повезло! Я! Да! Не повезло! Откуда? А теперь песня про зайца! Обо всех наших друзьях, подругах, которые уже не с нами, где-то они потерялись, где-то мы с ними разбежались, кто-то уже там, но как бы там ни было, между нами всегда остается тонкая ниточка. Прощай!